Всем привет, канал Брим Тим, и у нас уже пятая часть прохождения игры Крестный Отец 2. И, как вы помните, в четвертой части мы убили семейство Мангана, и теперь нам нужно идти выполнять сюжетную линию на Кубе. Что теперь? Тебе никто не звонил? Сегодня будет хороший день, Доминик. Я чувствую. Не будь так уверен. То, что армия Кастро начистила им рожи, не значит, что они слабаки. Те, кто выжил, крепкие мужики. Все, это уже не смешно. Маленькая тачка, дешевый парфюм, ну и смесь. Откройте окно. Какого хрена? Мы что, теперь на ЦРУ работаем? Летите рейсом нашей компании? Приятного путешествия. Копы, как не вовремя. Ну все, я смываюсь. Все слишком хорошо шло, шеф. Мы тут не одни. Приятно вернуться на Кубу, Доминик. Бросай! На, сука! Он попал! Отсюда! У него оружие! Попал в меня! Отвлеките их! Айчик, он все еще жраки! Бросай! Прикончим его! Но дехескесес, капе! Меня ранили! А ну назад! Смотри за собой и своими амигос. Вот этот? Убери пушку. Кевел Деденидо. Стоять, капрон. Вот он. Я ранен. Кто меня прикрывал? Он получил по заслугам. Колено! Эй, больно. Мое плечо! Еще одна пуля, отступай. И тебе конец! Берегись! Убери пушку! Показалось, наверное. Что-то не так. Тебе нравится видеть, как люди страдают? У тебя есть 3 секунды! Прикончить его, шеф. Ай, это сотрудничать. Если они умрут, кровь будет на тебе. Руки поднял. Все назад, сай. Он там! Получай!
что-то не так. Мы не можем вечно сидеть тут. Убери пушку! Черт, все сюда! Оружие! Сайонара, ублюдок! Эль-Арма, ствол, бросай! Боже, он будет стрелять! А ну сюда! Рапидо, отсюда не попаду! Отличная штука. Так, осталось у нас несколько очагов. Так, значит, осталось нам уничтожить несколько очагов сопротивления. Присматривай за боссом. Так, тут поближе. Да, ничего, пойдем. Хорошо. Тупера всю ночь лает. Я никак не могу выспаться. Ну, кроме ружей. Вон он! Он вооружен! Ребята из другой семьи! Плечо! Поймал свинец? Мне это снится? Я его нашел! Ну, кто следующий, а? Это он! Убери пушку! Да, надо... Он еще жив. Ты можешь остановить это! Одно дай твое слово! Вот он! Пол, бросай! Пистолет! Начнись. Держимся вместе. Я сказал. Элис Нормадо. Чего? А, плечо! Лежать! На землю! Бросай! Следующую влеплю тебе между глаз. Стой! Шеф, ты хочешь это развалить? Взрывай! Блин, он все еще там. Я вижу его! Убери пушку! Yeah.
вот и мигалка. Рвем когти. Я не понял, сейчас мы чего ждем? С нами кто-то свяжется? Ну, кого ударил? Не знаю. Митчелл сказал, надо ждать, пока они сами ко мне подойдут. Черт. Ненавижу эти игры в шпионов. Шеф, ну чего, открыть эту дверь? Ола. Это сеньор Доминик? Да. А кто говорит? Мое имя Мария. Мария Торрес. Я работаю в офисе Эль Президента. Чем могу вам помочь? Вы привлекли к себе наше внимание. Похоже, вы очень любите нашу страну. Да. Сеньор, нам хотелось бы обсудить с вами один вопрос. Не могли бы вы прийти в президентский дворец? Вас встретят как гостя, почетного гостя. Приходите, нам надо поговорить. Адиос. Вот и все, мы едем в президентский дворец. Боже, руки! Попав во дворец, ты сам по себе. Знаю я. Сидите тихо, пока я не закончу. И ни с кем не болтайте. Как я сказал в предыдущей части, здесь у нас, наверное, вероятнее всего будет чисто голый сюжет. Просто сюжетная кампания. Сеньор Доминик, мучо густо. Бьенвенидо. Ола! Увы, я не знаю испанского. Я знаю. Я буду вашим переводчиком на завтра. Пойдемте. Когда-нибудь этот дворец станет музеем. Музеем чего? Он Museo de la Revolución. И чему посвящена эта встреча? А вам не сказали? Революция. И почему вы, сеньор Доминик, un americano, хотите присоединиться к борьбе? Сочувствующих вам больше, чем вы думаете. Си. Но немногие едут на Кубу и сражаются с диссидентами. Особенно с таким необычным бизнесом. Американское эмбарго вредит народу. Нам нужно экспортировать товары. Нужны деньги. Но больше всего нам нужен партнер с доступом к морским судам, портам и американским чиновникам. Поэтому вы здесь. Вы остановитесь здесь, как гость Эль Президента. Спасибо. Ваши вещи вернут вам сразу после встречи. Я приду за вами утром. И прошу, не выходите ночью. А вы меня понимаете? Си. Буэнос ночес. Конечно же, нам нужно выйти ночью и убить Кастро. Они до сих пор болят после той драки. Дали нам только Гароту. Нужно нам пробраться вон туда. Отправляйся в ад, ублюдок! Как я уже говорил, я ненавижу в играх стелс. Ты не по...
Ну нет! Busca el palacio. Un médico. Черт. Фидель. Está vivo. Busca el palacio. Sí. Vete. Ten listos a tus hombres. Busca el palacio. Да, это сделал. Где он? El americano. Его нигде нет. Доминик. Я знаю, это был ты. Выходи! Maybe you're afraid because I'm a stranger. Меня зовут Эстебан Альмейда, как и ты. Я мафиоза. Но я не прячусь, как трус. Это правительство понимает людей вроде нас. Чем мы полезны? Мы укрепляем их власть. К твоему сожалению, я добрался первым. Я достану тебя, американо. Я иду. Сюда иди, сюда! Туда смотри! Вон он! Пистолет! Да, ну нет! Так, и теперь нам нужно свинти с президентского дворца. Забрали мы... Готов! Хочу напомнить, что помощи нам ждать не от кого. Медиков у нас нету. Он открыт. Пистолет! Сукин сын! Поэтому ты даже пройти прокатать до Доминика на максимум. У него оружие! Так, а сейчас... Вот, кстати, Альмейды у нас появились. Это тот, которого мы уничтожили на свалке, если кто помнит его там... Второй вроде серии прохождения, да. Так. Значит, открылись все предприятия. Довольно много которых. Нам надо в аэропорт. Семью я могу сейчас взять? Сейчас нельзя послать команду. Я вижу еще гада! Так, чуть не извинился. Попали! Когда ты тут приберешься, наконец? Все на
назад! Поцелуй меня в... Помолись! Дарма, он обожжен! Что происходит? Эль Президенте! Американец пытался его убить. Но Кастро жив? Си. Проклятие, Доминик. Слава богу, Доминик за это заплатит. Нас не остановить, мой друг. Спички есть? Нью-Йорк, Нью-Йорк. Люблю сюда приезжать. Это я, Майкл. Надо поговорить. Приезжай ко мне. Прямо сейчас. Убийство копа не сойдет тебе с рук. Эта встреча означает только одно. Полиция! Не говори так. Майкл, Дон Корлеоне так не сделает. Черт, забыл я позавтракать. Кэп, а нельзя нам остановиться? Нет, нет, нет! Слышал, тебе прошлой что ночью тебе? Удача приварила. Тебе никто отлично. Не звонил. Хоть какой-то конкурент. Не знаю, что и сказать, Майк. Рассказывай все. Доминик, заходи. Предупреждаю тебя, не воюй с Мангано. Я думал, мы оба думали, что Мангано пытался убить нас. И не пришел ко мне? Я решил, что лучше тебя не впутывать в это. И ты впутал Рота? Фредо, чья это идея? Моя. Ты мой брат, Фредо. И я люблю тебя. Но бежать к Роту, не сказав мне? Действовать через голову семьи? Фредо, ты не видишь картины в целом? Клан Мангана объявил нам войну. Теперь кубинцы на нашей территории. И бог знает, кто еще. Дело в том, что мы идем быстрее сюжета, уничтожая семьи. А если у тебя есть какая-то информация, что-то полезное говори сейчас. Это Рот придумал схлестнуться с Мангана. План Рота? Богом клянусь, я не знал, что начнется война. Он сказал, что Мангана слабы. И что если Доминик поможет ему на Кубе, это принесет пользу семье. Рот прикрывает Альмейду. Он играет с нами. Он сказал, что там будет что-то для меня. Лично. Я всегда заботился о тебе, Фредо. Заботился обо мне? Как? Иди сюда, Фредо, сделай это. Иди туда, сделай то. Я твой старший брат, Майк, и меня обошли дважды. Так решил папа. Нет, мне это не нравится. Фредо, с этой минуты ты мне никто, даже не брат. Ты разбил мне сердце. Ты разбил мне сердце. Майки. С ним не должно ничего случиться, пока Рот еще жив. Майкл, мне жаль. Я не думал, что все так получится. Ты допустил ошибку, Доминик. Ты Дон. Ты должен знать, кому доверять. Я знаю, что ты верен мне.
Но отец учил меня. Держи друзей при себе, а врагов еще ближе. Ты прав. Просто я не думал, что это Фреда. Черт. Слушай, я могу помочь. Мы все исправим. Хорошо. Послушай, Сенат продолжает расследование. Гири делает все от него зависящее, но я не могу рисковать. Особенно если свидетелем выступит Фрэнк Пентанджели. У меня есть резервный план. Ну и? Я связался с доверенным лицом на Сицилии и нашел брата Фрэнка. Его зовут Винченцо. Он тут же приехал сюда. Человек чести, уважаемый дон в своем городе. Винченцо чтит Амерту, в отличие от Фрэнка. Какой твой план? Приведи Винченцо на суд. Если Фрэнк будет давать показания против меня, ему придется говорить в присутствии брата. Кровь не водится, Доминик. Том ведет тебя в курс дела. Том, я только узнал о Винченцо. Я знаю, он нам помог. Винченцо жил в твоей квартире в Нью-Йорке. Он до сих пор не может поверить, что Фрэнк собирается давать показания против нас. А что дальше? Познакомься с Винченцо. Его надо отвезти в суд. Проблем не должно быть, но сейчас роты Альмейда объединились, и нам надо быть осторожнее. И еще кое-что. Думаю, пора тебе повысить одного из своих парней до младшего босса. Нам нужна дисциплина, особенно сейчас. Младший босс – это еще и подмога в бою. Выбирай тщательно. Это очень важно. Давай, приведи Винченцо. Не могу дождаться вечера. Выпейте. Так, вот ему мы можем дать медвежатник инженера Громила. А этому взрыву поджигатель Громила. Ну, дадим, наверное, Громила ему. Да. Этому даем медика. Плохо, маха, у него есть хорошо. Вот. Надо найти Винченцо до начала заседания. Да знаю, знаю. Майкл доверил мне это дело. Я не могу его подвести. Тише! Убить нас всех хочешь! Вот почему я не вожу машин. Может, наймем кого? Хороший выбор. Мне нравится новый младший. Я могу здесь пробиться. Том, Винченцо здесь нет. И кто-то грохнул его телохранителя. Похоже, он крупно влип. Если он жив. Он жив. Похитители не станут его убивать. Винченцо должен быть на слушании. Его нужно найти. Согласен. Пас, спрашивай, должны быть свидетели. Проверяй все версии. Но поторопись, Майкл очень рассчитывает на тебя. У меня нет проблем с новым капо. Хороший выбор, Дом. Этот... Забыл зайти в химчистку. Простите, мисс. Я ищу одного человека. Вы его видели? Да, знакомое лицо. Он ведь жил в той квартире с ребятами Корлеоне. Сегодня будет хороший день, Доминик. Я чувствую. Простите, сэр, я ищу этого человека. Знакомое лицо. Да, я его видел. Он ругался с какими-то двумя мужиками в кафе. У них был итальянский акцент. Кое-что проверим. Что Доминик от нас хочет?
На себя гляньте. Простите, я ищу этого человека. Винченцо Пентанджели. Вы его видели? Он живет в доме напротив. Вчера вечером я слышал, как он с кем-то спорил. Там было 3 человека, не меньше. Может, донести на нее? Аудиокассета? Интересно, что они еще придумают. Эй, я ищу этого человека. Вы его видели? Да, видел его в моем кафе. Эти трое, помнится, отделали его основательно. Вы не видели этого человека? Его зовут Винченцо Пентанджели. Этого? Да, он садился в такси с 2 итальяшками. Сказал, что они едут в Южные Доки. Нам все хуже. Посмотрите на фото. Я ищу этого человека. Винченцо Пентанджели. Я видела его. Он с 3 дружками шел в бордель. Как его? Maison Rouge. Бедняжка. Извините, я ищу одного человека. Вы его не видели? Его зовут Винченцо... Это ваш друг? Да, я видел его в Красном доме с 3 приятелями. Хорошо. У меня пропал друг. Вот фото. Вы его видели? Си. Он живет в квартире надо мной. Вежливый. Вчера вечером пожелал мне доброй ночи. Не нравится, да? Можно все решить по-хорошему. Где ты прячешь Винченцо? Отвечай, и останешься жив. Урод нанял нас похитить старика. Прикончать его. Я сдал его на руки людям рота. Сделай хоть что-то. Смотреть надо, куда стреляешь. Ему конец. Если сделаем, как я скажу. Замочил гада. Надеюсь, он не будет являться мне в кошмарах. Господи, он будет стрелять. Пощадите меня. Черт, вот долбанулись!
А ну сюда! Настолько не в плечо! Там, выше. Адьёс, парниша. Черт, Доминик! Ты не думай! Черт, в угол загнали! Я предупреждал! Убери ствол, придурок! Поехали! Доминик, за мной! Ты в порядке? Тут-то Бене, а ты кто такой? Меня зовут Доминик. Я друг Майкла Корлеоне. Майкл, слушанье, я успеваю? Мой брат Фрэнк. Мы еще успеваем. Я тебя подвезу, но надо спешить. Поехали. Нельзя, чтобы Фрэнк сделал это. Нарушить Амерту значит гореть в аду. Андиамо. Прошу садиться. Сегодня мы заслушаем показания свидетеля, подтверждающего, что Майкл Корлеоне руководит преступной империей, контролирующей игровой бизнес по всей стране. Он выдвинет столько обвинений, что против Майкла Корлеоне возбудят дело о лжесвидетельстве. Сенатор? Спасибо. Мистер Пентанджели? Мистер Пентанджели, вы были членом семьи Корлеоне? Вы служили у Вито Корлеоне, известного также как крестный отец? У меня нет крестного отца. У меня есть семья, сенатор. Мистер Пентанджели, вы противоречите своим же показаниям. Я повторяю, являлись ли вы членом преступной организации, возглавляемой Майклом Корлеоне? Я ничего не знаю об этом. Мы с его отцом продавали оливковое масло. Но это было давно. У нас есть письменное признание, что вы убивали по приказу Майкла Корлеоне. ФБРовцы предложили мне сделку. Я и наболтал всякого про Майкла. Ну, то, что они хотели. Я сказал, Майкл Корлеоне сделал то. Майкл Корлеоне сделал все. Ну, это все ложь. Я разберусь, что за чертовщина тут творится. Сенатор! Сенатор! Я объявляю перерыв в заседании. Комиссия должна извиниться перед ним. Свидетель может идти. Боже, а если бы мы не успели вовремя? Готов был наложить в штаб. Старался заговорить, но теперь все. Тебе надо поговорить. Какого черта? Он изменил показания? Вот так? Перед всеми? Я же говорил. Я вас не понимаю. Поздравляю, Майкл. План сработал. Финита. Еще нет. Пока нет. Пат, где Генри Митчелл? Не знаю. ЦРУ не может его найти. Думаю, он работает на другую семью. Митчелл словно шило в заднице. Ты ошибаешься. Почему нет? Митчелл работал на Рота. Все, что знает Рот, знает и Митчелл. Про нас, про тебя. Боже, он же нас продаст. Если он даст интервью насчет Кубы, если заговорит... Он не заговорит. Надо его убрать. Их надо убрать. Майкл? Я сказал, Том, Митчелл, Альмейда, все. Они угроза для нас и наших семей. Ты победил? Неужели всех нужно истребить? Не стоит убирать всех до единого. Только моих врагов. Все. Я скоро уезжаю в Вегас, так что буду краток. Ты понимаешь, о чем я говорю? Конечно. Моя семья поддержит тебя. Хорошо. Всех до единого, Доминик. Во всех семьях, всех рэкетиров, всех бойцов. И Генри Митчелла. Может быть, он даже опаснее, чем ты себе представляешь. Нет. Я знаю, насколько он опасен. Ладно, Майкл. Я разберусь. Спасибо. Это действительно сложный момент. Для тебя и для твоей семьи. Твои поступки определят твою дальнейшую судьбу. Что теперь? Тебе никто не звонил? Все враждебные семьи. Итак. Подожди! Мы имеем, что
почти пройдена сюжетная часть кампании по игре «Крестный отец 2». Ублюдок! Выпить охота! Вот дерьмо! Тебе это так не пройдет! Все до единого, без исключения мертвы. Да, решим вопрос. Значит, остальное это все надо часть прохождения. Вернемся на кубу, сразу убьем Гермичу, подомнем под себя Альмейд из заведения. Альмейду уничтожим. И, как следствие, потом убьем его там. И все. Думаю, та часть будет немножко длительной, потому что очень много заведений, все, которые нужно будет захватить. И сюжетная часть. Так, эту часть мы проходили сколько? 45 минут всего. С вами был Брим Тим. Встретимся в последней части прохождения. Всем пока!